Тайны мозга. Как возникают эмоции? Знаю, что будет дальше. Я не понимаю, зачем ты его спасал? Человек разумный — всего лишь веточка на древе жизни. К худу или к добру, но эта веточка выработала в себе новые качества, которые отличают нас от других многоклеточных организмов. Мы изобрели разум. Со всеми последствиями — от Гамлета до Хиросимы. Стивен Джей Гулд. Я — одна из 7 миллиардов 200 миллионов других вселенных. Я — мир эмоций, идей и противоречий. В моей голове находится один из самых сложных и загадочных органов — человеческий мозг. Он весит чуть больше килограмма, но содержит 86 миллиардов нейронов, которые образуют нейронную сеть длиной в 160 километров. Эта потрясающая сеть управляется самым совершенным программным обеспечением посредством электрических и химических синапсов. Вот кто я. Сюзанна Херкулана Хузел, нейробиолог, университет Вандербильта. Что заставляет клетку делиться и вырастать в человека такого роста, такого или вот такого? Его мозг состоит из огромного количества разных клеток, и поэтому он обладает телом, которое может прожить год, несколько десятилетий или даже сотню лет. А еще он обладает таким потенциалом к обучению, что способен менять мир вокруг себя. Альсина Силва, невролог, Калифорнийский университет, Лос-Анджелес. Величайшая загадка, как ограниченный генетический код, эта программа, а наш генетический код подобен хитроумной компьютерной программе, как этот набор инструкций позволяет нам создавать нечто прекрасное или поэтическое. Мне просто не хватает слов, чтобы описать человеческий мозг и то, как он влияет на наше поведение. А все начинается, когда встречаются две клетки, материнская и отцовская. Именно в этот момент зарождается человек, и в перспективе он может вырасти в Бетховена, Эйнштейна или Черчилля. И как же нам это удается? Джеймс МакГафф, нейробиолог, Калифорнийский университет в Ирвайне. Это наша главная тайна. Аппарат, который заботится о нашей жизни, прогнозирует будущее. Именно этим занимается мозг. Он контролирует поведение, предугадывает, что может произойти. Он позволяет нам видеть, слышать, улавливать запахи, осязать, а также испытывать боль, удовольствие, ходить, сидеть, стоять, двигаться, думать. И все одновременно. Как этот механизм со всем справляется? Мы отделились от других приматов 7 миллионов лет назад, но лишь 12 тысяч лет назад изобрели земледелие и чуть более 5 тысяч лет — письменность. Просто поразительно, сколько всего придумали люди. Как же это случилось? Если человеческий мозг схож с мозгом других приматов, то что же нас отличает?
Сравнивая мозг примата с мозгом того же размера, но не примата, мы видим, что первый содержит больше нейронов при том же объеме. Хотя, изучая два мозга одного размера, мы ожидаем, что в них будет одинаковое количество нейронов и что они обладают схожими когнитивными способностями. При этом все-таки нужно иметь в виду, что кора головного мозга приматов содержит гораздо больше нейронов, в 10 раз больше, чем можно ожидать, исходя из размеров их мозга. Я знаю, что размер коры головного мозга человека имеет ключевое значение, потому что расчеты, которые мы производим, несравнимы по сложности с теми, на которые способны мыши и другие млекопитающие. Хотя наш генетический код имеет много общего с кодом мышей и крыс. Но уровень сложности несравним. Мы прошли ряд изменений, благодаря которым стали теми, кто мы есть. Мы смогли перестроиться. Мозг слона весит 5 килограммов. Мозг человека — примерно 1 килограмм 300 граммов. Кора головного мозга человека в два раза меньше, но она содержит в 3 раза больше нейронов, чем кора головного мозга слона или другого млекопитающего. Тогда насколько важна величина? В коре головного мозга человека невероятное количество нейронов, примерно 16 миллиардов. И именно это дает нам такое огромное преимущество, потому что нейроны образуют великое множество связей. Антонио Дамазио, нейробиолог, Университет Южной Калифорнии. Размер или вес мозга не так важен, потому что размер человеческого мозга адаптирован к размерам тела. Алесандро Кастро Калдас, невролог, Католический университет Португалии. Человечеству пришлось сделать ставку на меньший объем мозга, потому что если бы наша голова продолжила расти, младенцы бы не рождались. Они бы не смогли пройти через родовой канал. Самое важное — то, как формируются нейронные связи, как устроены нервные центры и нейронные цепи. Все это определяет способности человеческого мозга, которыми обладает современный человек. Считается, что в процессе эволюции наш мозг прошел три основных этапа. Сначала был рептильный мозг, мозг змей, который понимает пространство, местонахождение, знает, где еда и где партнеры. Вторая фаза — эмоциональный мозг. Это мозг обезьян и других животных с групповым поведением. И самая развитая часть — лобная доля мозга, рациональный мозг, способный прогнозировать будущее. Генри Маркрам, нейробиолог, руководитель проекта Blue Brain. Неокортекс — самая развитая область мозга. Он отвечает за моделирование мира вокруг. Он может имитировать, предвосхищать, делать прогнозы, закреплять значения за предметами. Так что неокортекс — это вершина эволюции мозга. Если наш мозг обладал тем же количеством нейронов еще 200 тысяч лет назад, то почему сегодня он работает гораздо эффективнее? Что отличает его от мозга первобытного человека? Разумно было бы предположить, что 200 тысяч лет назад мозг наших предков был очень похож на мозг современных людей. Размером, количеством нейронов, тем, как он был организован и как, предположительно, функционировал. Главное отличие в том, что всего, чего мы добились за это время, тогда не было. Педро Кабрал, педиатр-невролог, Центр исследования рефракторной эпилепсии в Лиссабоне. Определенно, мозг был другим до изобретения колеса или телевидения. То, как наш образ жизни может влиять на развитие мозга, целиком и полностью зависит от обстоятельств. Оглядываясь на прошлое, ученые понимают, что экспоненциальный рост характерен не только для технологий 21 века. 2 миллиона лет назад человеческий мозг начал активно развиваться. Скорее всего, у неандертальцев мозг был крупнее, чем у нашего вида, и требовал 12 месяцев внутриутробного развития. Но что же спровоцировало бурную эволюцию мозга, которая считается самым быстрым формированием сложного органа в истории человечества?
Мозг человека стал таким, как теперь, примерно 200 тысяч лет назад, когда его размеры увеличились в 3 раза по сравнению с мозгом, которым обладали наши предки, на 2 миллиона лет раньше. Если рассмотреть эволюцию приматов на протяжении примерно 15 миллионов лет, видно, как самый крупный мозг, который тогда существовал, медленно увеличивался у всех видов приматов. И вдруг, 2 миллиона лет назад, рост резко пошел наверх. Внезапно мозг наших предков стал очень большим, в 3 раза больше, чем был. Мы потомки приматов-древолазов, которые питались листьями и ягодами. Но однажды в Африке случилась засуха, которая вынудила их слезть с деревьев и искать другую еду. Очевидно, что они по-прежнему оставались травоядными, но этого рациона стало недостаточно. Такая пища их больше не устраивала, и они стали всеядными. Именно это могло привести к радикальным изменениям в организме. Примерно в то же время люди освоили огонь. А до этого у них были лишь каменные инструменты, которые позволяли им, как и при помощи огня, модифицировать пищу, которую они ели. Действительно, скачок роста мозга совпадает со временем, когда мы начали готовить еду. Тогда мы стали быстрее переваривать пищу. Когда обработанная пища попадает в желудок, а затем в кишечник, пищеварительным ферментам доступна каждая молекула. А значит, мы получаем 100% калорий, если приготовим еду, прежде чем положить ее в рот. Вот так средства для приготовления пищи и огонь способствовали нашей эволюции. Чтобы получить достаточно калорий для работы мозга, слоны тратят 20 часов в день на поедание пищи, в то время как приматам нужно 9 часов. Если бы мы не изобрели технологии, которые позволили нам изменить рацион, мы бы тоже ели по 9 часов в день. И тогда у нас не осталось бы времени на поэзию, земледелие и строительство городов. Человеческий мозг невозможен без огромного количества калорий, которое не может себе позволить ни одно другое животное. Наш мозг потребляет от 20 до 25% топлива, которое получает тело в течение всего дня. Это очень большие энергозатраты. На самом деле, творческая деятельность требует гораздо больше энергии и вызывает большую усталость или утомляемость мозга. Поэтому мы всегда стремимся к упрощению и делаем какие-то вещи одним и тем же образом. Нам нравится рутина, потому что так мы тратим меньше энергии, и нам просто легче. Если бы другие приматы обзавелись мозгом размером с наш, они не смогли бы его прокормить. То есть, очевидно, что человеческий мозг так и не развился бы, если бы наши предки продолжили питаться так же, как до сих пор делают другие приматы. Без подручных инструментов, огня, адаптации пищи под наши потребности мы не смогли бы эволюционировать. У нас не было бы достаточной энергии, чтобы питать наш мозг. Сегодня мы живем в обществе сверхпотребления. Из-за климатических изменений и высокого уровня ожирения в развитых странах мы вынуждены возвращаться к фруктово-овощной диете. И этот поворот на 180 градусов так или иначе повлияет на эволюцию нашего мозга в долгосрочной перспективе. Ирония в том, что приготовление и обработка еды, а также изменения, которые стали благом для человечества, избавив его от проблемы недостатка калорий, создали новые трудности, потому что теперь нам доступно слишком много калорий. Теперь наш мозг постоянно требует еды, которая всегда есть в холодильнике. Вопрос в том, как остановиться, когда мы насытились, если пища по-прежнему на расстоянии вытянутой руки.
600 миллионов лет назад появление нейронов привело к образованию первых примитивных нервных сетей. Их можно считать предшественниками мозга или центральной нервной системы. Нервная система сначала в виде нейронных связей возникла с одной практической целью — обеспечить пищеварение. Пищеварительная система — очень интересная вещь. Я бы назвал ее даже не вторым мозгом, а первым. Потому что именно она сначала возникла в ходе эволюции. Миллионы лет назад существовали чрезвычайно сложные создания, не обладающие нервной системой. Нервная система появилась на последней стадии цикла развития жизни. Но первыми в качестве упрощенной нервной системы заработали желудок и кишечник. И в этом есть логика, потому что, как мы теперь знаем, наша способность к выживанию всегда была связана с потреблением высококалорийных продуктов, которые позволяли нам жить дальше. Лиза Фельдман-Барретт, психолог, Северо-Восточный университет и Гарвардская медицинская школа. Мозг ведет бюджет тела. Он управляет нашими ресурсами, такими как глюкоза, соль, вода, кислород. И как хороший руководитель, он пытается предвидеть, какие ресурсы потребуются, чтобы удовлетворить наши нужды, прежде чем они возникнут, чтобы компания не обанкротилась. Мы думаем, видим, слышим и так далее, потому что так мозгу проще сводить баланс. А когда бюджет тела человека или любого другого животного начинает уходить в минус, мы заболеваем. Философия, музыка и искусство, а также потребность стремиться к большему, законы науки и техники, способность исследовать Вселенную — все это очень хорошо. Но наш мозг занят главным образом обслуживанием интересов нашего тела. Мы рассматриваем человеческий мозг как ценность, потому что благодаря ему мы можем сейчас беседовать. Но мозг функционирует должным образом только пока все остальные органы хорошо работают. Если тело нас предает, то и мозг начинает сбоить. И эту связь у нас традиционно недооценивают. Наряду с приготовлением пищи и освоением огня, важным фактором для развития человеческого разума стала социализация. Люди начали собираться вокруг костра, рассказывать об охоте, укреплять связи, улаживать противоречия, сплетничать, танцевать, петь. Сотрудничество стало важнейшей основой развития разума, и оно отчасти отвечает на вопрос, как мы стали теми, кто мы есть. Размер головы лучше всего коррелирует с размером социальной группы. Это очень интересно, потому что чем многочисленнее группа приматов, тем крупнее у них голова. Так возникла концепция социального мозга, которая отвечает за взаимопонимание между людьми и за сложность их отношений. Митио Каку, физик-теоретик, городской колледж Нью-Йорка. Наше племя, люди, с которыми мы связаны, это около 100 человек. Делая расчеты для животных вроде бабуинов и макак, мы задаемся вопросом, сколько же у них соплеменников? И оказывается, что меньше 20. Именно поэтому некоторые полагают, что это одна из причин, по которой центральная часть мозга обезьян развита так же сильно, как у людей. Потому что нам нужно следить, кто входит в нашу социальную группу. Кому мы доверяем, а кому нет. Это один из поводов, благодаря которому мозг человека стал таким социальным. Мозг лидера группы приматов отличается от мозга других сородичей, потому что та часть мозга, которая коррелирует с размером социальной группы, у лидера развита сильнее, чем у остальных. Люди живут дольше, чем большинство животных, а значит, нам отведено больше времени и в общем, и в частности, больше времени на отношения с семьей, соплеменниками и старшим поколением. А когда мы вырастаем, у нас больше времени на общение с потомством, детьми и внуками.
А значит, обретя большее количество нейронов, больше опыта и большую продолжительность жизни, люди становятся чем-то большим, чем отдельная личность, и все сильнее опираются на сотрудничество. Строительство укрытий, обогреваемых огнем, создало условия для защиты и развития потомства. Дети — единственные изо всех живых существ, кто нуждается в помощи при рождении и в том, чтобы родители заботились о них еще долгое время. И это, пожалуй, одно из самых прекрасных проявлений человеческого альтруизма. Изучая царство животных, мы можем увидеть интересную вещь. Есть два основных пути, чтобы распространить свой вид. Первый характерен для насекомых. Они откладывают огромное количество яиц, из которых выживет мизерная часть. Но родители это не беспокоит, потому что останется столько, сколько нужно, чтобы создать следующее поколение. Второй путь характерен для людей. Они дают жизнь малому количеству детей. Не тысячам, а горстке. И мы тратим огромные ресурсы, чтобы убедиться, что наши гены передались следующему поколению. Мы помогаем им изо всех сил. И тут на помощь приходит язык, потому что мы хотим передать детям наши знания. Мы типичные стадные животные. Хотя мы не единственный вид, который обладает белой склерой. Эта склера позволяет нам сообщать всем остальным членам группы, куда мы смотрим, а также понять свое место в группе и где оно должно быть. Это способ подавать сигналы. И сигналы при помощи глаз были настолько важными, что мы интегрировали их в наше общение. Если бы мы могли читать мысли других, мы бы узнали, что огромная часть наших дум посвящена моделированию будущего в отношении друзей и врагов. Кто может мне навредить? Каким образом? Кто мой друг? Кого я могу использовать? Кого стоит остерегаться? Все это требует умения прогнозировать. Другими словами, почему мы стали настолько умными, что оказались хозяевами планеты? Наверное, потому что мы умеем моделировать будущее в рамках своего племени, ближайшей сотни людей и, главное, в рамках целого общества. Выстроенный нами социум — это одновременно отражатель и отражение того, что происходит в нашем организме. Сотрудничество, столь важное для эволюции человеческого вида, можно сравнить с важностью синхронной работы всех органов и субстанций человеческого тела. Когда тело получает ранение или сталкивается с внешней угрозой, оно начинает действовать как команда быстрого реагирования, готово сражаться, обороняться, удалять поврежденные ткани, выпускать в кровь болеутоляющие, противовоспалительные и антибактериальные вещества с одной единственной целью — сохранить человеку жизнь. То, что происходит с нашим телом, когда оно борется с болезнью, это отличный пример сотрудничества. Кооперация между органами и системами, когда каждый должен сыграть свою роль, но действовать сообща. Если этой координации не будет, то болезнь только усугубится. Наш мозг и нервная система зависят от того, насколько эффективной будет эта координация. В противном случае они пострадают. Интересно, что тактика сотрудничества существует миллиарды лет. Она характерна и для древнейших организмов — бактерий, и для социальных насекомых, способных выстраивать сложные системы со специфическими задачами, искать источники энергии, строить подобие убежищ, налаживать логистику и удалять отходы. Но если эти маленькие существа тоже следуют своему кодексу поведения и способны вести борьбу за власть или идти на уступки, то что же отличает нас от них? Некоторые характеристики простейших организмов, вроде бактерий, не вызывают сомнения в том, что они разумны, что они способны решать проблемы и делать выбор с пользой для себя. Например, находить способы кооперации внутри групп,
или распознавать индивидов, которые не сотрудничают и по этой причине будут считаться врагами. А к тому, кто признан врагом, нужно относиться иначе. То есть не сотрудничать с ним, а сразу нападать. Все черты, которые мы традиционно приписываем людям и человеческой культуре, на самом деле существуют давным-давно. Причем на уровне простейших организмов. Но это не попытка обесценить человеческий разум. Наоборот, люди невероятно прекрасны во всей своей сложности и, конечно же, очень отличаются с точки зрения масштаба. А еще способность обрабатывать информацию базируется на возможности создавать образы. Наше воображение буквально решает за нас. Мы мультимедийные существа, потому что обладаем всеми пятью чувствами, которые позволяют нам создавать и сопоставлять образы. Это способность мозга, точнее коры головного мозга, рисовать карты того, что находится вне нашего тела, того, что мы можем зафиксировать с помощью зрения, слуха или прикосновения. И все эти возможности, точнее, наше воображение, и есть источник богатства человеческой мысли. Завтра особенный день. Он думает, что все знает. Хоть бы он понравился родителям. Не могу забыть Софию. Надо поторопиться. Как же все надоело. У нашего мозга есть суперспособность — воображение. Мы можем представить какое-то событие, как будто оно произошло на самом деле. Ученые называют это симуляцией или моделированием. Мы можем смоделировать ту или иную историю. Можем вообразить изображения, звуки, запахи и даже прикосновения. Однако не можем представить процессы, которые происходят у нас внутри. Мы не приспособлены, чтобы переживать разнообразные процессы, происходящие с нашим телом. Потому что, честно говоря, если бы мы могли это делать, то перестали бы обращать внимание на все, что происходит вне тела. А ведь внутри нашего организма играет огромный оркестр. Даже сейчас мы с вами не смогли бы сосредоточиться на беседе, если бы в деталях ощущали процессы, происходящие у нас под кожей. Поэтому эволюция дала человеку своеобразный обходной путь. Проще говоря, мы чувствуем себя хорошо или плохо. Наше зрение или слух можно сравнить с работой телевизора с высоким разрешением, а ощущение того, что происходит с нашим организмом, больше похоже на работу черно-белого телевизора 50-х годов, когда картинка довольно блеклая и размытая. Для этого есть эволюционные причины. А еще одна интересная вещь заключается в том, что когда мы принимаем решения по поводу событий в будущем, мы не можем смоделировать, как будем их ощущать. Факт, что мы биологически не способны точно осознавать то, что происходит внутри тела, имеет последствия для будущего нашего вида. До какой степени мозг и тело влияют на выбор, например, в рамках темы изменения климата? Если у вас есть выбор между тем, чтобы включить кондиционер сейчас, потому что жарко, или не делать этого, потому что это нанесет вред Земле, и вы сами позже пострадаете от этого лет через 10, 20 или 30,
то, скорее всего, вы включите кондиционер. Часто людям сложно принимать подобные решения, потому что они не могут представить, как плохо почувствуют себя в будущем. Думаю, что если взять президентов всех стран и заставить пожить в тех условиях, в которых планета окажется лет через 50, то они очень быстро изменят политику по этому вопросу. Потому что им не придется воображать эти последствия. Они их просто почувствуют. Многие задаются вопросом, что такое интеллект? Можно ли его измерить с помощью теста IQ? Не думаю. Я считаю, что тесты IQ позволяют оценить способность логически мыслить, способность выполнять однотипные задания и разгадывать головоломки, причем как можно быстрее. Вот что измеряет тест. Но, по-моему, польза интеллекта не в этом. Для меня настоящий интеллект — это способность заглядывать в будущее. Было бы слишком просто считать, что человеческий интеллект — это только способность к познанию, связанная с логикой или планированием, или, например, с решением задач. Но с точки зрения эволюции, интеллект живых существ начал развиваться с так называемого эмоционального интеллекта. Он связан с эмоциональными реакциями и с какого-то момента со сложными нервными системами, которые способны чувствовать. Интеллект произошел от чувств, поэтому они фактически управляют нашим поведением. Когда организмы сталкивались с определенной ситуацией и реагировали на нее негативно, то они поступали разумно в том случае, если ситуация была для них опасной. Вот это и есть принцип эволюции. Способность распознавать, это хорошая и выгодная для нас ситуация, или она опасна, и лучше ее избегать. Однажды военно-воздушные силы США провели эксперимент. Они хотели выяснить, если самолет подобьют на вражеской территории, хватит ли у новобранцев смекалки, чтобы сбежать и успешно добраться до базы союзников. Они проанализировали поведение ребят и выяснили, что солдатам с самым высоким IQ было гораздо сложнее придумать необычный план побега. В то время как некоторые ребята с низким IQ обладали отличным воображением и придумали много интересных сценариев, как обмануть врага. Иногда люди называют интуицию шестым чувством, но на самом деле это способность к предвидению и верному прогнозу того, что произойдет. И эта человеческая способность поистине замечательна. Если план Б провалится, ты знаешь, что может случиться. Проведем эксперимент. Возьмем взломщика сейфов и обычного профессора. Заставим их пройти тест, а затем попросим ограбить банк. Наверняка IQ профессора будет повыше, как и его способность играть словами и решать задачи. Но когда вы попросите их смоделировать ограбление банка,
то грабитель сразу предложит несколько сценариев. Он знает все входы и выходы, знает, что может случиться то-то и то-то, он знает всю кухню. А профессор скажет: «А я не знаю, мне понадобится пистолет, верно?» Как видите, интеллект — это много больше, чем решать задачки и разгадывать головоломки. Все это, конечно, его часть. Но настоящая ценность человеческого разума в его способности заглядывать в будущее. По-моему, в этом и заключается сама суть интеллекта. Большую часть времени наш мозг делает прогнозы насчет того, что произойдет в будущем, чтобы мы остались живы и здоровы. И в этом водовороте предсказаний рождаются наши эмоции. Лиза Фельдман-Барретт. Суть всех эмоций и привязанностей связана с необходимостью выживать. Лишь по этой причине такие реакции, как страх или состояние поиска, соотносятся с позитивными эмоциями, например, с любовью. Это наши основные реакции, и, конечно же, они разумны. То есть напрямую связаны с разумом. Удивительно, насколько люди привыкли игнорировать эту часть интеллекта, как будто мир эмоций, чувств и привязанностей — это совершенно другой мир, который их не особенно волнует. До недавнего времени наука не уделяла необходимого внимания эмоциям. Лишь во второй половине 20 века они стали предметом серьезных исследований. Когда-то разум связывали с мозгом, а эмоции — с сердцем. Сегодня известно, что именно мозг обладает мощнейшими механизмами, которые, находясь в диалоге с нашим телом, производят чувства и эмоции. Они лежат в основе нашего существования, ведь в ходе эволюции они подсказывали нам, куда идти и чего избегать. Возможно, именно поэтому в критические моменты так важно прислушиваться именно к своим чувствам. Идея, что мозг — поле битвы между чувствами и разумом, — это миф, который берет начало в Древней Греции. Это важная часть нашей истории, но она неверно описывает то, как устроен наш мозг и как он работает. Мы не бываем свободными от чувств. Никогда. Даже в самые рациональные моменты мозг всегда высчитывает, что происходит внутри тела, и мы всегда переживаем последствия этих расчетов. Наше поразительное развитие, в результате которого появилась литература, города или транспорт, не вытекает напрямую из эмоционального интеллекта. Но важно понимать, что мы бы никогда не достигли того уровня когнитивного интеллекта, если бы у нас не было интеллекта эмоционального, который запустил это развитие. Он играет важную роль и даже до некоторой степени господствует над когнитивными способностями. Мы, в первую очередь, эмоциональные животные. Структуры, отвечающие за эмоции, заложены в нас с рождения. Если бы кто-то сказал мне: «А ты веришь, что работа с эмоциональным интеллектом и расширение словаря за счет слов и понятий, связанных с эмоциями, положительно повлияет на показатели детей в школе?» Я бы рассмеялась ему в лицо. Я бы ничего подобного не ожидала. Но уже доказано, что если взять школьников младшего возраста и научить словам и понятиям, связанным с эмоциями, это поможет их мозгу расширить словарь, а также предоставит большую возможность, чтобы разбираться в своих чувствах и действовать. Вот что действительно позволит им в дальнейшем получать хорошие оценки. В ходе эксперимента 6 мышей одного вида с одинаковым рационом разделили на 2 группы, по 3 в каждой. Мыши из первой группы играли со своими матерями по 4 часа в день. А вторая группа не играла со своими матерями и никак с ними не контактировала. И их мозг развивался по-другому. У мышей, которым разрешали общаться с матерями, оказалось больше нейронов и больше связей.
Они оказались более стрессоустойчивыми и отличались быстротой реакции. Это характерно для животных, которые полагаются на опыт. И, как мы теперь знаем, это важно и для развития людей в долгосрочной перспективе. Вся наша жизнь и развитие происходят под влиянием чувств. И они всегда связаны с когнитивным компонентом. Любые потери в эмоциональной сфере отразятся и на когнитивной сфере. И оба эти аспекта нам предстоит изучить в ближайшие 10 лет, что позволит, наконец, полностью прояснить эту интереснейшую тему. Мозг производит эмоции, так же, как он производит мысли и действия, и каждое воображаемое событие, которое каждую секунду вплетается в ткань нашей жизни. Любовь может быть реальной или воображаемой, но она должна существовать. Иногда любовь бывает платонической. Такая любовь, как и страсть, десятилетиями присутствует в некоторых людях. Но она должна быть, потому что она укрепляет связи, которые позволяют нам правильно развиваться. Мы знаем, что когда мы трогаем и гладим друг друга, обнимаемся, двигаемся, танцуем. Все эти действия по-своему влияют на нейронную сеть нашего мозга. Дэниел Левитин, ученый-музыкант, университет Макгилла. Когда мы влюбляемся, испытываем оргазм, теряем дорогого человека, в мозге запускаются нейрохимические процессы. Влюбляясь, мы становимся более щедрыми, менее эгоистичными, больше думаем о других. Это частично связано с высвобождением гормона окситоцина, который отвечает за связь между кормящей матерью и младенцем. Это так называемый гормон любви. Интересно, что этот же гормон высвобождается, когда мы получаем оргазм с другим человеком. И, как выяснилось, он не выделяется в результате самоудовлетворения, а только если мы вместе с партнером, потому что так природа создает психологическую и эмоциональную связь между людьми. Ведь с точки зрения эволюции, секс с другим человеком может привести к рождению ребенка, о котором нужно будет заботиться лет до 15-20, а иногда тогда и до 30-40. Как ты попал сюда? Зачем? Высокая стена наш окружает сад. Опасность здесь смертельна для тебя. Когда моя семья тебя увидит? Меня перенесла сюда любовь. Ее широким крыльям стены не преграда. Любовь преодолеет все. И не указ твои родные мне. Они убьют тебя, Ромео. Увы, твои глаза опаснее для меня, чем недругов мечи. Может ли любовь убить? Хороший вопрос. Ответ простой. Да, может. Человек может умереть от любви. Такое возможно, но не от прожитой любви, а когда в любви все не слишком гладко. Любовь — чрезвычайно мощное чувство. И если оно под запретом, или карается смертью, или какой-то крупной потерей, то за этим поразительно мощным чувством любви может последовать сильнейшая фрустрация, которая действительно может привести к смерти. Так что да, это вполне возможно. Потеря любимого человека может оказать разрушительное воздействие. И помимо других изменений в мозге, мы становимся более склонными к депрессии. Наш физиологический метаболизм замедляется, и тогда мы больше спим и проявляем меньше интереса к еде или сексу, или к тем вещам, которые привлекали нас раньше.
Это потому, что выбрасывается пролактин, успокаивающий, болеутоляющий гормон, который не дает нам почувствовать себя еще хуже. Мы социальные животные. И то, что мы говорим друг другу, влияет на нашу нервную систему. Я могу написать сообщение из трех слов и отправить тому, кто находится на другом конце света и не видит моего лица, не слышит моего голоса. Но даже так я могу повлиять на дыхание этого человека, на его сердечный ритм и еще на очень многие показатели его физического состояния. Когда моя дочь ходила в старшую школу, она ежедневно слышала, как ее одноклассники говорят друг другу вещи, вроде «Я тебя ненавижу», «Я хочу, чтобы ты сдох». Это обычные разговоры между подростками-старшеклассниками в американской школе. Когда кто-то говорит вам нечто подобное, мозг тут же начинает проигрывать дальнейший сценарий. И он предполагает, что ему придется очень быстро мобилизовать всю свою энергию, потому что вам, возможно, придется что-то делать, чтобы защитить себя. И что же делает мозг? Он выбрасывает кортизол. Кортизол — это гормон, который выпускает мозг, когда считает, что должен обогатить кровь глюкозой, потому что вам, возможно, потребуется что-то очень быстро сделать. Если это случится раз или два, то ничего страшного. Но если это происходит снова и снова, это по-настоящему вредно для тела. У человека разовьются симптомы какой-нибудь метаболической болезни, если это будет долго продолжаться. Уже доказано, что вербальная агрессия для нас так же опасна, как физический вред, потому что из-за нее со временем может развиться депрессия или диабет или другие аутоиммунные заболевания. Когда наша жизнь наполнена позитивными эмоциями, то большее число молекул испытывает положительное гормональное влияние. А когда нам плохо или мы в депрессии, происходит обратное. Поэтому связь между физическим здоровьем и эмоциональным благополучием очень тесна, и с каждым днем это становится все очевиднее. Мне кажется, что это одно из главных открытий нейробиологии. Эта наука показывает нам, как важно держать в голове факт, что мы социальные животные, и что мы влияем на нервную систему друг друга. Как нарекли тебя? Ты испугаешься, услышав. Никогда. Пусть твое имя всех имен в аду ужасней. Меня зовут Макбет. Сам дьявол не назвал бы имени гнуснее и страшней. Ты лжешь, тиран презренный. Свои слова я докажу мечом. Ты женщиной произведен на свет. Смешон мне меч, что носишь ты, ведь раньше женщина тебя носила. Стой, исчадье ада! Назад! Ни слова больше! Не сдамся я. Возможно, есть другие кандидаты на звание главного протонейроученого. Но, по-моему, Шекспир — это номер один. Его способность проникать в психологию человека просто поражает. Все это есть в его произведениях. Человеческий мозг — это вместилище благородных помыслов, величайших открытий и лучших чаяний всего человечества. Но будем реалистами. Наш мозг — также место, кишащее чудовищами. И эволюция в каком-то смысле — это постоянная борьба. Борьба между одной частью мозга, которая стремится к звездам, и другой, которая живет в сточной канаве. Это и есть баланс. Самое лучшее для человеческой нервной системы — это другой человек. И самое худшее для человеческой нервной системы — это другой человек. Наш мозг позволяет переживать удивление, гнев и угрызение совести. Мозг каждого человека — это рассказчик оригинального повествования. Оглядываясь на прошлое, он постоянно представляет себя в будущем.
Всего 1,6% генов отличают нас от шимпанзе, которые, как и большинство животных, живут здесь и сейчас. Но это одна из возможностей, открывшая людям путь к воображению, изобретательности, способности создавать цивилизации с помощью противопоставленного пальца и мощного мозга. Но у этих благ есть и побочный эффект. Мы единственный вид, который задумывается о своем месте в мире. И единственный, кто знает, что рано или поздно умрет. Режиссер Антонио Жозе де Алмейда. Автор сценария Анабелла Алмейда. Музыка Карлос Мария Триндаде. Операторы Жорже Афонсо, Мигель Родригес. Фильм озвучен студией СВ «Дубль» по заказу ВГТРК.